раньше. Я Шер Ахмад. Слышно? Камолочка, ассалам алейкум. Киргизия, Кыргызстан, Ош, привет. Так, привет, Таджикистан. Правильно. Камолочка отгадала. Это Канателла с группой Джоном. Да. Добрый вечер. У нас два прямых. И для моих подписчиков тоже. Все знают. Ты Вола. Привет. Моя самая близкая подруга. Я замечательно, спасибо. Готовлю сегодня гала-ужин. Сегодня у нас гала-ужин. Завтра состоится у нас концерт, премия «Браво». Я очень надеюсь, что вы будете меня поддерживать, так как я, оказывается, номинируюсь. Об этом я узнала сегодня утром. Почему ты не стареешь? Старее. Нет, не стареет, обманывает. Алло, Рустик, привет. Мне тебя здесь не хватает очень, видишь, я до сих пор с твоей укладкой. Он не сгладить вашу дружбу пишет. Ой, спасибо, да, не говорите. Приехала в Москву сегодня утром, рано утром. Мотелла из группы Джоном, правильно? Да, да, правильно. Фарангиз, здравствуйте. Рустик, я тебя тоже люблю. Видишь, как к тебе предано. Как видишь, укладка все еще держится. Добрый вечер. Привет из Владивостока. Да, Шахзода приехала и привезла в Москву солнышко. Все дни было пасмурно, сегодня солнце. Видите, какая у меня нателка? Вы говорите, что я не старею. У нас не стареет, на самом деле, нателла. Вот кто не стареет. Да, уж старею, старею. Что делаю? Делаю. Я общаюсь с вами сегодня. Я вот нашла лишний часок. Мы с Нателлой сегодня решили пообщаться с вами, уделить вам время. Тебе привет от Рустика. Спасибо, вам тоже. Яхшкураман. Манам салан, яхшкураман, рахмат. Много наслышан о ней. Надеюсь, что хорошим. Если он имеет в виду меня, то, конечно. Ави Бенеди. Ави, привет. Привет. Ави, кстати, наш дуэт у нас в Узбекистане очень хитует. Правда, это не скромно, но я думаю, что подписчики согласятся. Привет, это я, ваш подокольник. А, Бекзот, салам алейки. Do you speak Japanese? Нет, по-японски я не говорю. Анвар. Анвар, видите, вы в Ташкенте, а мы в Москве, поменялись местами. Скоро увидимся в Узбекистане. Да, Ави, дай бог, скоро увидимся. Со мной рядом моя подруга, близкая Нателла. В Инстаграме она подписана как Красотелла. Мы с ней раньше пели в группе Джоном. И скажу вам более, что, наверное, она была причиной того, что я вообще начала петь. К сожалению, Нателла потом перестала петь, а я, как видите, продолжила. Душанбе, салам алейкум. Моя половинка. Так, я в школе. Салам алейкум. Спасибо большое. Вам тоже всего хорошего. Ничего не видно. Нас не видно? Наверное, у вас плохой интернет. Наверное, связь плохая.
Супер, браво. Очень приятно. Когда будет ваш концерт в Питере? В Питере. Приглашайте, с удовольствием приедем. Крым, привет. Вы снимались в фильме... Я снималась, Наталья не снималась. Вы путались. Снималась со мной девочка другая, Гуля. А с Нателлой мы пели в группе очень много количества времени, в группе под названием «Джоном». Сейчас Нателла проживает в Москве, вот я приехала, и, конечно же, мы с ней встретились и решили выйти в прямой эфир, пообщаться с вами. Погода в Москве сегодня, на удивление, замечательная, вот Нателла говорит, что да, солнышко. Да, привезла солнце, весну с Ташкента привезла сюда. У меня дочь похожа на тебя. Дочки, привет. Привет, Фергана, любимая моя Фергана. Астана, привет. В Москве будет премия завтра. Премия «Браво». Транслировать будет «Россия-1». Я позже дам вам знать, во сколько и когда. Да, Ави, я в Москве. Ассаламу алейкум, Бишкек. Удачи вам завтра на концерте. Спасибо. От Каракал, привет. Блогер на связи. Что Ави пишет? И я. А, вы в Москве? Серьезно? Приходите завтра на концерт. Ави, приходите, завтра в Кремле будет очень интересный концерт, будет премия, будет огромное количество очень интересных исполнителей. Весна. Концерт Ави будет в Кремле. Нет. Ассаламу алейкум. Караганда, привет. Узбечи габри. Білесізмі, прямой эфирді көп милләтлі чықады. Узбечи габрсам. Ешкім түшінмейді маны. Сізге өзбече, айнықсы сізге өзбече гепір бардым. Ассаламу алейкум. Вы очень красивая, самая красивая. Нателла? Нет, ты. Так. Ребят, задавайте вопрос. Музыкальный фестиваль. Завтра, ну, не совсем фестиваль, это международная премия под названием «Браво». Кстати, в Инстаграме есть их страничка «Браво премия». Там вы можете узнать всю информацию о завтрашнем концерте. «Браво премия». Она моя подруга Нателла, которая пела со мной в группе «Джоном». Что за вопрос? Я, наверное, пропустила ваш вопрос. Изменилась, наверное, не узнают. Да нет, прям, это, наверное, ну, совсем, наверное, молодые. Да, сколько лет прошло. Амади Сибирса. Рахмат. Наталья, привет. Да. Привет. Даврик с соседнего номера передает привет. Когда будете в Астане? Ребят, я на самом деле с огромным удовольствием буду гостить у вас везде, в Астане, в Питере, в Кыргызстане. Приглашайте, и мы с огромным удовольствием дадим концерты у вас. Мои смс не прочитали. К сожалению, не успеваю всех читать. Ребят, не обижайтесь. Да, столько вопросов. Мне вот в директ по поводу тебя, знаешь, сколько вопросов пишут? Да? Заваливают меня просто вопросами. А сейчас так мало. Спрашивайте. Какие вопросы? Ой, да, когда, как вы познакомились, а когда она приедет, а что, а будет ли еще новая песня, пишут. Да, на самом деле тишина. Мы с Нателлой учились в школе, у нас столько
очень интересных воспоминаний. Буду петь обязательно. Привет с пожарки. Что за пожарка? Что за пожарка? Так неудобно сидеть. Рядом, я еще раз повторюсь, рядом это моя самая близкая подруга, с которой мы дружим более 15 лет. Вместе учились в школе. Была у нас группа Джона. А, да, я не вижу. Я тоже не вижу. Пойте и не пейте. Мы не пьем. Мы не пьем. Да, мы не пьем. Мы поем и не пьем. И никому не советуем. На Манганан Салон. Байраму Марим. Кстати, да, всех с наступающим праздником. Да, завтра же Навруз. Всех с наступающим. Пользуюсь случаем. Всех своих земляков поздравляю. С наступающим праздником. Всем мира. Я на самом деле, знаешь, редко очень выхожу в прямой эфир. Знаю. Да? Я слежу. Борома, привет из Уфы. Сейчас в Москве. Нателла, вы похожи на Монику Белуччи. Ой, спасибо. Это мой кумир. Красотка моя. Красивая, да, она у меня? На самом деле, видите, я вся при параде накрашенная, потому что у нас через часок будет гала-ужин. А Нателла такая красивая, совершенно не накрашенная. Да уж. Привет. Привет, ребята. Рустик. Спасибо. Корея. Корея, дан салам. Салам. У нас столько наших в Корее. Чимкент, привет. Я думаю, на самом деле, все знают узбекский язык нашей исполнительницы. Хорезмдан салам, Рахман Бухарадан салам. Когда я тебя увижу? Приходите на концерты, увидимся, споем вместе. Салам айтин яшарбекке, илтимас шахзода. Салам яшарбекке. Хабаровск. Здрасте. Сколько на самом деле наших в разных городах. Я вспомнила, представляешь, родную речь, как говорится. Каршидан салам. Вспомните песню. Сейчас мы запоем. Дубай дан салам. Спасибо большое. Анджондан концерт берешь не от избам, альбатта бар. Так лив ксиеля, альбатта келям зах до голоса. Когда вы слушали песни, я слушала ваши песни. Я очень надеюсь, что это комплимент. Человек не хотел подчеркнуть ни в коем образе наш возраст. Чем вы занимаетесь? Сейчас, в данный момент, мы общаемся с вами в прямом эфире. Через час у нас будет гала-ужин. А завтра уже будет премия «Браво». Я искренне надеюсь, что меня будет поддерживать, так как я есть номинации. Сучунчу савал берем жалоб язмадис. Шарбек, привет. Мадина, привет. Спасибо. Куджант. То, что я не успеваю читать. Я тоже не успеваю читать.
Вы не ответили мне. Зилочка, я на самом деле не успеваю. Здесь настолько много вопросов. Санкт-Петербург. Я повторюсь, что если вы пригласите, я приеду обязательно с удовольствием. Читаю. Дербент. Дербент? Да. Дербент, привет. В каком проекте, где и как вас поддерживать? Я думаю, что вы сейчас просто можете меня уже поздно как-то голосовать, просто поддержать меня мысленно. Завтра будет премия «Браво». В Инстаграме есть страничка «Браво премия». Там вы можете ознакомиться, что это за премия и какие артисты завтра будут. Почитайте. Город Челябинск, Таджикистан, привет. Только приветы шлют нам, ребят. Дада джонге салам айт и тамас. Дада джонге салам айт ламма. Ассалам алейкум. Дохолеса бишкекем келямза. Завтра мой день рождения. Поздравьте меня, пожалуйста. Поздравляю вас. А как зовут? Поздравляем. Оровчона. С днем рождения вас. Я желаю, чтобы все ваши мечты обязательно сбылись. Не переставайте мечтать. Это самое главное. Мечты, мечты. На самом деле, мне кажется, девочки больше мечтают. И вот, допустим, мои мечты сбываются. Твои сбываются? Да. Так сказала грустно, но ты... Нет, ну не так, что прям. Есть еще много, о чем мечтаешь, конечно. Не все сразу, все постепенно. Ку-ку. Половинка моя. Ой, сегодня столько человек, на всех день рождения. Да. Какой нации ваша подруга? Какой нации моя подруга? Как вы думаете, угадаете? На кого похожи? На Монику Белуччи. Ну, ты ведь ответил? Нет. Сейчас мы находимся в Москве. Ко мне в гости пришла моя подруга Нателла. Да. Оставила своих детей. У меня день рождения, у меня! Поздравляем! Спасибо большое. Нател, скажешь, кто ты по нации? Армянка. Армянка у нас, Нател. Из Тамбова. О, Личка пишет. Ну, можно и так сказать. Итальянка. Спасибо. Татарка. Азербайджанка. Да, очень многие говорят мне, что я татарка. Серьезно? Вообще на татарку не похоже. Ну, особенно в профиль. Нателла у меня армянка. Чего так мало вопросов? В директ все пишут. Я угадала, пишет девушка. Вы молодец. Здравствуйте, я сама же ваша поклонница. Ребята, а кто завтра будет на премии? У кого есть возможность прийти на концерт? Тулген кунингиз билан табриклима, инжодиз. Мана тулген куним мас. Мана тулген куним язда болады. Дагонец француз дарги ухшаркен. Француженка ты моя. Ой, спасибо большое. Так приятно. Что вы делаете в Москве? Собираете давать мне концерт в Москве? В Москве я приехала на премию. Завтра на своей страничке я дам, наверное, информацию вам полную, что был за концерт, что за премии, и концерт будет транслироваться на канале «Россия-1».
Киргизия, привет. Я буду. Приходите. Споем. Тут вот мне тоже написали. Приходите в эфир. Ой. Вот так сейчас попробую. Писать подарок моему другу, у него свой день рождения. Передайте привет Джасуру, Сванову Джасуру. С днем рождения вас, Джасур. Привет вам. Для своих подписчиков скажу, мы просто вдвоем в эфире сейчас, поэтому... Оказывается, мы похожи, как мы с тобой улыбаемся. Да? А нам, кстати, многие раньше говорили, что мы очень похожи, особенно когда разговариваем вместе. Казахстан. Я тоже очень люблю вас, Казахстан. С огромным удовольствием всегда приезжаю к вам. Спасибо. Андреа Бочелли. Ладно, ребят, мне пора. Я очень вас всех люблю. Спасибо за ваше внимание. Всем пока. Пока, ребят.